неповторимый сюжет. Огонек с руками оторвет. Так, да, молодой человек? А это что у вас, зоркий? Довоенный ФЭД. Феликс Дзержинский. Отличный аппарат. Кормилец. А вы что, молодой человек, тоже? Нет. А вот сестренка у меня интересуется. А сколько лет вашей сестре? 13. У нее Пионер. Знаете? О, вполне приличная камера. Сам когда-то начинал с таких систем. А теперь, молодой человек, перед вами профессионал. Фотохудожник. Брожу по деревням, снимаю колхозников, делаю портреты. О, какие портреты. А вы что, к родителям на побывку? У меня нет родителей. Они партизанами были. Здесь. Эх, война, война. Ой, смотрите, смотрите, вон она! Кто? Сестренка! Олеся! Ой, гляди, гляди, гляди-ка! Тихо, тихо! Тихо! А где бабушка? Она тебя дома ждет. А ты знаешь, я тебя первой увидела. Прибыл на летние каникулы. Здрасте, дедушка. Здравствуй, здравствуй, сынок. Эх, ну прямо генерал. Эй, привет! Сварой из гречни. Ох, хороший ты мой. Бабка, бабка, задушил ты его. Ну, проходите, чтобы во дворе встали. Проходите. Ну, как же. Идите, идите в хату. Так. Ну-с. Дай срок, прибежите из метро. Постой, постой, сынок. Ну-ка, давай отметим, отметим наше достижение. Так. Эх ты, Суворович, ты не вырос совсем. Ну-ну-ну. Не шулите, не шулите. Так, прямо, да. Так. Это не унывай, Михасек. Суворов не велик росточком был, а поди-ка дорасти до него. На, пенишка и в баньку, а там и за стол. Это неплохо. Здоровски. Ага. Суворов всегда в баню ходил с венечка. На-ка, держи. Ну, пошли. Дедушка, а ты его венечком, венечком. Ладно. Уважаемый, я фотокорреспондент геологического журнала. Очень приятно. Мне нужно сфотографировать лучших людей вашей экспедиции. Вот у меня списочек. Соболев, Пашкин, Балашевич. О, они далеко. Они ушли аж на Волохов круг. Ох, какая досада. Что же мне делать? Вот уж это я не знаю. Одну минуточку. Значит, вы говорите, ни Бузук, ни Рябко, ни Глушки нет? Глушка здесь, вот в этой палатке. Только какой же он самый хороший человек? Не знаю, уважаемый, не знаю. Так распределилась редакция. Вот здесь вы говорите? Да. Ну, спасибо. Пожалуйста. Уважаемый. Прошу прощения, уважаемый. Я, кажется, разбудил вас. Что такое? Что нужно? Вы Глушка? Ну, я что? Я так и подумал. У вас такие незабываемые усы. А. И вы почти не изменились с тех пор, как вас фотографировала для своих целей гестапо. Сядь, 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 сядь! И, пожалуйста, без громких слов и резких движений. Я все знаю. Срочно отправляйте оборудование. Есть. Во времена оккупации
ты служил у нацистов и предал им партизанский отряд, которым командовал геолог Гречный. Это еще доказать надо. Нет, не надо доказывать. Твои донесения и расписки хранятся у людей, которые отправили меня к тебе. Ох, как интересно будет прокурору познакомиться с этими бумажками. Если ты будешь капризничать, это может случиться. Что вам от меня нужно? Люди, пославшие меня к тебе, просили предупредить тебя, чтобы ты ни в коем случае не показывал геологам место, где работал до войны Гречный со своей экспедицией. Они нефть ищут. А тебе очень хочется, чтобы они ее нашли. Так ведь больше доверия будет, если я покажу. Добивайся доверия другим путем. Этот исключается. Поработай головой. Подумай. Это первое задание. Второе заключается в следующем. Последний раз я его видела в 41-м году. А было это ночью, после сильного боя. Потеснили тогда наших партизан. На дворе ветер, дождь. Лежу, вдруг слышу, кто-то в окошко стучит. Вышла я потихонечку во двор. Вижу, стоит ваш отец и вас обоих на руках держит. Ханна, говорит Прокофьевна, приюти ребятишек. А у самого голос дрожит и слезы на глазах. Мать, говорит, у них в разведке погибла. Выдал ее какой-то подлец. Бабушка, ты нам еще про папу расскажи. Так я его больше и не видела. Погиб он тогда в боях. Говорили бойцы, что нашли его тело и похоронили в тайном месте, чтобы не надругалось над ним вражья сил. А где? Неизвестно. Ну, те, что хоронили его, сами пали в бою. А вот песня о них осталась. На Полесье есть одна поляна, на Воколья есть умять гаи. Над могилой батьки партизана всю весну спевают соловьи. Ён фашистов бил, громил неостынно, им ни де спокою не давал. За советскую свою отчину ён життё геройское отдал. Спи, наш друг, товарищ наш сердечный, над тобой хай песня пролетит. Будет память об герое вечно у народа партизана жить. Геологи в те места пошли. Видите, Василий Сергеевич, спичка и та дефект дает, а человеческой памяти подавно. Несерьезный ты человек. Не знаешь дороги, так и скажи честно. И как только тебя Гречный терпел, не понимаю. Ну, конечно, маленького человека и обидеть можно. Начальство.
Да бросьте, Глушка. Вот болото кончится, и все подобреем. Ага. Это кончится, другое начнется. И так всю жизнь. Вот и кончилось болото. Здравствуйте, Оля. Здравствуйте, Василий Сергеевич. Ну что, ошибся, Гречный. По лицу вижу, что ошибся. Ах, Оля, Оля, как вам не стыдно так говорить? Нам бы с вами так понимать недр, как понимал Гречный. Срочно обработайте эти материалы. Что-что? Я говорю, поскорее обработайте. Что это? Не дошли до Волхов круга? Нет, не дошли. Глушка забыл туда дорогу. Попейте горяченького. Спасибо. Матюша, налей-ка стаканчик, пусть остынет. Что вздыхаешь? Говорят, Соболев-то отчитал вас? А я всю жизнь от людей обиженный. А уж стараешься, стараешься. Ничего, обойдется. Была бы совесть чиста. Ах, Ольга Васильевна, ну забыл. Что из-за этого меня казнить надо? Я ведь контуженный. И в гестапо меня пытали. Прости, пожалуйста. Срочная работа. Матвей, нельзя глядеть. Секретно. Что тут секретного? Вода да глина. Вот если б нефть да, или да, золото, да, да. Правильно, Матвей, было. Правильно. Это нам все давно знакомо. А вот враги, Матвей, те могут взять вот подземные воды. Спасибо. И те могут отравить. Недра земли — это всегда тайна, Матвей. А тайна требует осторожности. А, понятно, понятно. Прошу прощения. Ой-ой-ой. Извиняюсь. Вот что, Василий Сергеевич, старик мой с вами пойдет, со всей охоты. Только перед Глушкой вроде неловко, все-таки, как не говорите, знакомый. Ничего, ничего, Анна Прокофьевна, дело прежде всего, верно? Вам видней, только чтобы обиды не было. Посмотрите, опять, видно, что-то задумали. Ну, скоро ли он выйдет? А ты думаешь, легко мундир одеть? Это тебе не майку напяливать. Михаил! Граждане, а вы кого, собственно, ждете? Михаил, как ты сюда попал? Совершил суворовский обходной маневр. А вы на Суворова похожи. Просто вылитый. Да нет, не совсем. Он же курносый. Михась, дай примерить мундир. Не положено. За это греют. Жалко тебе для товарища. Давай. Сейчас лопнет. Суворец, Орешка.
Настоящий суворовец. Вот еще мне, суворовец. Эх ты, герой, пирог ты с начинкой. А что это у вас шапки? Что тигра, тигра. Василий Сергеевич, редкий гость. С чем пожаловали? С поклоном к тебе, Якуб Максимович. Никак не можем на Волоха в круг попасть. Что так? Зарезал нас Глушка. Без ножа зарезал. Не знаю, не знаю, что это он вам не пригнанулся. Он вроде человек ничего. Самостоятельный, смирный. Что это? Ну... Что хмуришься? Сам виноват, голубчик. Проштрафился. Ну что с картой? Заканчиваю. Видал? А, любопытная картина. Да-да. И представьте себе, Василий Сергеевич, все данные, все ведет вот к этому вот Волоху вот кругу. Чего? Доберемся и до Волохова круга. Завтра с утра выступаем. А что, Глушка ведет, что ли? Нас ведет другой человек. Кто? Лесник Якуб. Когда у меня делю, свадьба будет. Попроси дедушку. У меня делю, свадьба будет. Оксань! Дедушка, ну почему ты не хочешь меня взять на Волохов круг? Ну что ты, как можно? Это же гиблое место. Ну и что? Как что? А то, что там на каждом шагу дрыгва, коварность. С виду гладенько, зелено, луг. А шагни на него, и пропал. Трясина бездонная. Засосет, и следа не останется. Вот оно как. Бывало это люди, и то пропадали. Дедушка, ну возьми! Я ведь тренированный, ловкий. Нет, не возьму. Ну, а ты почему молчала? Сидела как репка. А чего ты сам-то к нему прицепился, как репейник? Ведь ты же знаешь, какой у дедушки характер. Вылитый мой. Раз сказали нет, значит нет. Так значит, ты тоже не дашь мне наган? А да? Как же иначе? Ну ладно уж, подарю тебе наган. А где он? Это секрет, военная тайна. Ты потерпи до завтра. Вот это настоящее боевое жилье. А ты мне не верил. Никогда больше со мной не спорь. Ладно. По пустякам с тобой спорить не буду. Давай. Ну, смотри. Видал, какой наган? Из него партизаны по фашистским танкам били. А я его сливочным маслом смазала от ржавчины. Эх ты! Сливочным маслом. Да какой же это наган? Это ракетница. Ну и давай сюда, если ракетница. А ракетницы не такие бывают, я знаю. Спорим? Опять спорить. Дал слово, держись. Наган, наган. А все-таки это ракетница. От ракеты бы к ней патроны такие. Я уже везде обыскала, нету тут ничего.
Такой салют устроен. Ну, поищи лучше. Во всяких поисках нужна система. Ой, как стукнуло. Трофейная. Знаешь, прямое попадание. Так тебе и надо. Да ты что? Это же у меня музей. А чё, что в беспорядке содержишь? Не трогай. Пусть останется как в бою. Вот здесь танковый пулемет стоял. Откуда ты знаешь? Может быть, ручной. А коробка? Вот как по нему били. Бронебойным разворотило. Нет, осколком. Да бронебойным же. Не спорь, осколком. А давай поспорим. Последний раз. На все щелчки, которые я тебе должен. А как ты докажешь? Ты говоришь осколком. Смотри. Вот тебе и бронебойный. Тряпка. Кассета. Это от Феда. С пленкой. Это партизанская. Проявим. Это, наверное, папа оставил. А он фотографировал? Ну, конечно. Как же будем проявлять? Ты часы разобрал? Соберу. Снова. Смотри, обязательно. Заявляю, правитель. Ну, молодец. Все щелчки тебе прощают. Заметь время. Проявлять будем ровно 10 минут. Ставлю на звонок. Начали. Чуяло мое сердце. Ведь пленку же испортили. Ведь без часов же проявлять невозможно. Ну? Чего ну? Ну я буду тикать. Сколько надо? 600? Раз, два, три, четыре. Да не трещи ты, как 6, пулемет. Медленнее. 9, 10, 11, 12. И не бухай, 12, как из пушки. 14, ну спокойнее. 15, смотри на меня. 16, 17, 18, 19. Ты чего не приспособленный? 20, 21, 22. Михась, поди-ка, рубашку примерь. Триста семьдесят два. Ну, бабушка, не мешай мне. Если я собьюсь, все погибло. 380. Какие 380? 65. Не сбивайте 300... меня. 399, 400, 401, 402, 403, 404, 4. Карта. А это кто? Какой-то негр. Да какой это негр? Это вовсе не негр, а женщина. И на негативе же все наоборот. А вдруг это наша мама? Бабушка, это не мама. Нет, у вашей мамы косы были длинные. И одежка у этой не партизанская. Здесь что-то написано. Секретно. Ну-ка. Может, это дорога на Болохов круг? Сушить скорее пленку, поехали. Куда? Дедушку догонять.
Бабушка, это же государственное дело. Ну ладно, смотрите, не... Не дури. Ведь ты же сам знаешь, что ты должен был сделать. Где кассета? В землянке. Лжешь. Амбразура пуста. Не может этого быть, я положил. Положил, так была бы на месте. Клянусь, что положил. Значит, кассету взял кто-то другой. Кто-то другой? Да-да, взял кто-то другой. Кто-то другой взял кассету. Возьмите. Я на верную гибель идти не согласен. Ох, негодяй. Теперь я понял тебя. Ты все врешь. Испугался. Убить тебя мало. Вы меня и так уничтожили. Я хожу как мертвый. Все время боюсь, что вот-вот придут за мной. Это ты прокурора будешь рассказывать. Он пожалеет. Возьмите. Он все равно испорченный. Пленку царапает. Хорошо. Я тебе его обменяю. Но помни, если через неделю кассета не будет на месте, Здравствуйте. Здрасте. Можно к вам? Мы по делу. Пожалуйста, пожалуйста. Мой старый знакомый. Дядя Глушка, а где Василий Сергеевич? Соболев ушел. Что же нам делать? А это сестричка ваша? Да. Олеся. Очень приятно познакомиться. Вы ее тоже, кажется, снимаете? Да. Хотите поснимать вместе лесные пейзажи? Ой, нет, нам очень некогда. Мы партизанскую пленку нашли. Где? В землянке. Можете смело ее выбросить, она уже давным-давно испортилась. Нет, мы ее проявили, там какие-то карты. Феноменально. Разрешите посмотреть? Вот она. Секретно. Давай, я отнесу кому следует. Нет, нет, мы уже сами. Давайте, давайте, это не ребячье дело, раз секретное, давай. Мы сами отнесем Соболеву. Только где он? Не знаете? Ну, конечно, знает. Почему бы вам право не проводить их к Соболеву? Дело ведь срочно, секретно. А без вас они чего доброго заблудятся, пропадут. Проводите их. Ладно, провожу. До свидания, мои юные друзья. До свидания. Счастливого пути. До свидания. А мы на велосипедах приехали. Их можно оставить? Можно. Идем, Анчар. А кобель зачем? Я с кобелем не пойду. Иди, Анчар, домой. Анчар, пошел домой. Домой! Идем. Потому что далеко. А это партизанская дорога, да? Партизанская, да. Осторожней. Ой, испачкался. Пойдет тебе от бабушки. Ничего. Дядь Глушка, долго еще? Сейчас посмотрим. Ну вот и подходим.
а вы бы разделись. Побегайте. Озябла, небось? Бро, как озябла! А Соболи с дедушкой тоже по этой дороге пошли? Они в обход, а мы напрямки. Побегай, согрейся. Подождите меня здесь! Я сухую дорогу поищу! Хорошо! А мы пока погреемся! Олеся, лови! Топкая, наверное. Ничего, пройдем. Ребята, Михася Олеси не видели? Нет. Вот беда какая. С утра ушли и до сих пор нет. А куда они ушли, сказали вам? Поехали на велосипедах догонять Соболева. Фотографию какую-то в лесу нашли. Вроде бы партизанской карты. Какая карта? Военная? Секретная, что ли? На фотографической пленке она. Бабушка, а может быть они на базе? На базе, говоришь? Давайте проводим бабушку. Ого, хлоп, зайда, ребята, из Баси, захвати мяч. Давай. Сюда, сюда. Велосипеды, они здесь. Ну, слава. Нету? А ну, ребята, разыщите-ка их. Ох, и задам же я им за беспокойство. Здорово. Здорово. Баламуты мои. Где? У тебя, что ли? Заходили да ушли. Куда? Догонять Соболева. Я им дорогу показал, даже проводил маленько. Ты что? Они же на Волоха в круг пошли. Ну так что ж, ребята наши полезкие, не заблудятся небось.
Ах ты, душегуб ты окаянный! Как у тебя язык повернулся дорогу рассказывать? Бабушка, они же, наверное, Соболева по дороге догнали. Верно девка говорит. Успокойтесь, бабуся. Там в лесочке радиостанция. Так у них есть связь с Соболевым. Веди! Веди на радио! Да не ори ты! А то и меня обеспокоила старая. Скажи, это точно Волохов круг? Ну да. Вот это отсюда и вплоть до Горелого болота, это все Волохов круг. Ничего не понимаю. А что? Ты ведь Глушка приводил нас в эти места? Ну что же, ничего не сказал? Ничего. Провел обратно направление. Да что, он был пьяный, что ли, а? Василий Сергеевич! Вас база вызывает! Сейчас иду! Нет, он не был пьян. Ну, тогда я ничего не понимаю. Что такое у вас? База запрашивает про каких-то ребятишек. Соболева аппарата. Так, ага. Якуб, это тебя. Ну да. Что там? Вот, пожалуйста. Я жду. Прием. Ганна! Ну, ну что у тебя, а? Нет. Нет, нет, не приходили. Постой, постой. Какие карты? Да ты что? Ты что это? Белина объела, что ли? Ну, а зачем пустила их? Глушка их направил. Ума хватило у окаянного. Совести нет у Глушки. Пусть сейчас же идет и ищет. Пока не найдет, чтобы из лесу не выходил, с болота не вылазил. Николай Николаевич, позовите Глушку к микрофону. Слушайте меня внимательно. Сейчас же отправляйтесь в сельсовет и свяжитесь с председателем колхоза. Сообщите милиции, лесной охране и немедленно начинайте поиски. Слышите меня? Немедленно. И не теряйте времени. Катя, ружье. Вот чуяло мое сердце. Ну-ну, так не годится. Они где-нибудь здесь, поблизости. Давайте стрелять, они услышат и отзовутся. Анчар, тащи, тащи. Ну, еще тащи. Вперёдка. Ну, вперед. Маленькой, ну, Анчар. Еще. Вперед, Анчар. Вперед. Ну, давай, давай. Анчар, еще. Вперед. Молодец. Сейчас, Олеся. Подожди. Сейчас. Не шевелись. Сейчас. Лови! Лови! Эх, короткий. Ну, сейчас, Олеся, держись. Крепче держись. Сейчас. Thank you.
Олеся. Олесь. Зачем он завел нас сюда? Не знаю. А зачем он у тебя хотел партизанскую пленку отнять? Где пленка? Вот. Кассета здесь, а пленки нет. Украл. Так кто же он такой? Может быть, он здесь где-нибудь ходит? Надо идти за Анчаром. Не у нас как компас. Там, где собака пробежит, нам не пройти. Провалимся. Ничего, уже земля. Давай руку. Это опасная земля. Раступится и все. А я рад. Чему? Такое приключение. Ребята завидовать будут нам. Чего ж тут завидовать? Смотри, какая глушь кругом. Как будто мы одни на всем свете. И куда идти, не знаю. Мы продвигаемся на север, потому что мох на деревьях с северной стороны растет. Вспомни Дерсузала. А почему надо идти на север? Куда-то надо идти. Раз болото на юге, значит, надо идти на север. Правильно идем? Правильно. Сюда с ребятами. Захватим сало, хлеба, спичек. Ну зачем ты про еду вспомнил? Я сразу есть захотела. Терпи. Ночевать будем на деревьях, как у Жюль Верна. Совершенно безопасно. Осторожней. Глубже становится, вязко. За тапочки так и хватает. Болото. Кругом болото. Что ж теперь делать? Ни хлеба нет, ни спичек. Да. Ни хлеба, ни спичек. Анчар, ты здесь? Ну чего ты ерзаешь? Озяб. Огня бы добыть. Завтра. При солнышке. Смотри, какие облака надвинулись. А правда, если долго-долго смотреть на облака, то делается немножко страшно. Домой побежал, не вернется. Что ты? Ты Анчара не знаешь. Он никогда в беде не покинет. Он же не глушка. Да.
Глушка. Предатель. Это он, наверное, наших партизан предал. И папу. Может быть, он и теперь врагам служит. Да. Олеся, если он теперь вернется, давай завтра же пошлем его с запиской. Нет. Ни за что. Без него очень страшно будет. Анчар! Анчар! Волки! Они ж его разорвут! Вот видишь, вернулся. Не смей больше никуда уходить, ясно? Скорее бы рассветало. Что же вы скопом-то ходите? Разбейтесь на группы вон, по Чернолесью, по Шарте. Эх, Глушка, Глушка, как же это все произошло? Ведь тебе должно быть совестно. Так кто же их знал, что они такие неприспособленные? Молчи уж, Рыгор, а у Черного Брода, где КП Солдатенкова было? Ну, верно, верно. А ну-ка, хлопцы, за мной. Добывать будем. Как? Трением, как австралийцы. А ты умеешь? Я все умею. Сначала мы загоримся, чем это дерево. Нет, мы не загоримся. У нас воды много. А все-таки австралийцы не так огонь добывали. Так, я сам читал у Михуха Маклая. Что ж ты хвастался, что ты все умеешь? Выходит, что мы хуже первобытных людей. Там всякие периоды бывали. Пятиконтропы вон тоже не умели добывать огонь. Ну как же еще можно добыть огонь? Спичками. Твои все здесь, а? Не растеряла? Глушка! Глушка! Ты что разлегся? Уморился, что ли? Ступай к чистому озеру и там поищи по дубнякам. Ладно, ладно, иду. Кто там? Но...
Эх, бабушку бы сюда. Михай, дождь! Бежим под дерево! Зря мы под это дерево встали. Большие деревья молнию притягивают. Огонь! Огонь! Осторожнее! Знаешь, сколько это вольт? Эх ты, отличница! Все вольты давно в землю ушли. Подавай ветки. Ой, да хватит тебе. Пусть горит. Эх, бульбы нет. Вот это и да. Гарни-гарни бульбу, с печью, торбочку да на плечи. Бульбу варят, бульбу жарят, бульбу ядут, бульбу хвалят. Трам-пам-пам, тири-тири-тири-дам-пам-пам-пам. Бульбу хвалят, трам-пам-пам, тири-тири-дам. Ой, грязный же ты. Трим-пам-парам-парам-пам. Бульбу варят, бульбу жарят, бульбу ядут. Да хватит тебе чистоту наводить. Отстань. Никогда без соли не ела. Невкусно. Привыкнем. Хорошо, что огонь есть, и к сырому не надо привыкать. Как у художника Шишкина на конфетах. Вот бы их сфотографировать. Смотри-ка, они нас ничуть не боятся. Ну, ясно. Ведь здесь не ступала нога человека. Анча! Анча! Уйди отсюда! Не смей! Уйди отсюда, Лиля! Анча! Пошел! Анча! Уйди отсюда, Анча! Анча, Анча! Читал. Не разговаривай. Как же не разговаривать? Огонь пропал теперь. Скорее, скорее. Чего? Голова что-то закружилась. Есть хочешь, да? Плохо, Олеся. Я, кажется, ориентир потерял. Нам училище говорили, как ориентироваться в лесу. А я забыл, когда бежал. Знаешь что?
Давай пошлем Анчара. Опасно. Так он же по любому болоту пройдет. Ну неужели мы ничего другого не можем придумать? Лушка завел нас на Волохов круг и бросил здесь. Он украл секретную партизанскую пленку. Глушка, враг и предатель. Анчарушка, иди сюда. Иди сюда, Анчарушка. Иди. Иди, Анчарушка. Анчарушка. Пусти. Анчарушка, отнесешь людям весточку от нас? Ошейник. Домой, иди Анчар. Домой. Иди, иди домой, Анчарушка. Анчар. Скорее, Анчар, скорее. Олеся, ты не будешь бояться без Анчара, да? Буду. Ой, как я устала. Землянка. Значит, люди проходили сюда. Осторожнее. Там могли остаться заряженные мины. Олеся, иди сюда. Смотри под ноги. Ой, ступеньки какие-то гнилые. А нас не завалит? Нет. Сыро. И лужи какие. Тоже партизанская. Их здесь много. Только это очень уж страшная какая-то. Снарядом ударила. И люди погибли, наверное. Но все-таки лучше здесь, чем опять на дереве. Нет, ты как хочешь, а я здесь ночевать ни за что не останусь. Олеся! Ой! Ты чего? Нога. Здесь болит? А здесь? Нет. Ну, наверное, вы. Сейчас я тебе его вправлю. Ой, что-то не надо. Не бойся, нас учили. Вытяни ногу. Ну? Ты дальше идти не сможешь. Тебе придется полежать. Где? Здесь. В этой темноте. А ты не беспокойся. Я пробоину расчищу, и будет светло. Тебя знобит? Немножко. Это от испуга. Пройдет. Ах ты мой доктор, а я думала, что ты ничего не умеешь. Честно говоря, я ведь тоже про тебя так думал. Ракетницу сливочным маслом смазывала. Смейся, смейся. Ты знаешь, как бы она нам сейчас пригодилась? Подали бы людям сигнал. Ракеты все равно нет. Эх, огня нет. Зря мы тогда с тобой большой сигнальный костер не развели. И как это мы не догадались? Что было, то прошло. Тебя все знобит? Немножко. Ты тоже есть хочешь? А знаешь что? Давай я пойду что-нибудь поищу поесть. Слушай, а как ты думаешь, Анчар уже дошел? Уже пора бы. Иди сюда.
Ой, Михаил, как ты меня напугал. Куда ты пропал? Вот тебе. Стоять насмерть. Thank you.
Михай, смотри, огонь. Какой огонь, Олеся? Кругом огонь. Лес горит. Уходить надо отсюда. Скорее, Олеся, скорей! За мной! Ой, вставай, вставай, скорее! Обещаешь исполнить одну мою просьбу? Какую просьбу?